Мужики, я нашел глюк, который позволит вам с большой вероятностью открывать себе премтанки. И мы его сейчас проверим, я покажу, как он работает и, собственно, все вам расскажу. Кроме того, очень интересный эксперимент мы сегодня проведем. Мы сравним официальные коробки от VG в World of Tanks и коробки на сайте водки.ру. И битва будет колоссальной. И итоги этого сражения, которые я уже знаю, меня просто сразили на повал. Но я никак не мог ожидать, что битва пойдет именно таким образом. Вот, ни в коем случае не перематывайте ролик на конец и не смотрите результаты. Иначе вы не поймете, как они меняли. То, как будет сейчас меняться счет, какими скачками, это будет колоссально странно. Я не знаю, блин, почему так происходило и что это вообще такое, какие закономерности. Но сейчас вы увидите, также секретные призы мне будут выпадать и все прочее. Это дальше. Первый батл, первый бой у нас выиграл сайт водки.ру. Сразу открываем вторую коробку, запоминаем, что я выбил на сайте World of Tanks и сравниваем с тем, что я сейчас открою на сайте водки.ру и узнаем, кому уйдет второй балл. Пока с отрывом в одну коробочку ведет сайт водки.ру, и здесь я открываю ВЗ-121 GFT. Мои эмоции были, конечно, колоссальные. Количество премтанков, все это будет разыгрываться между вами, конечно же, все, что я выиграл на сайте водки.ру. И заслуженно балл 2-0 в пользу сайта Водкит. Кстати, ссылка на него в описании. Там же эксклюзивный код для сайта WotKit вводите при пополнении. Пока вот так вот, но дальше будут происходить сенсационные изменения счета. И я никак не мог ожидать, что пойдет именно так, потому что никак, ну, полный бред твою налево. Я не знаю, почему именно так будет меняться счет. Но здесь я открываю уникальный стиль Бача 25Т, еще и неплохо голдишки 500. Ну и посмотрим, сможет ли сайт WotKit что-нибудь ощутимое вместо этого противопоставить, чтобы счет, так сказать, сделать 3-0. Либо World of Tanks сейчас отыгрывается, а здесь мне выпадает всего 50 голды. И понятно, что счет становится 1-2 в пользу официального сайта. И давайте открывать дальше. Открываем еще, и тут у нас золото. Золото довольно в неплохом количестве, 750 голды. Ну и посмотрим, сможет ли больше голды дать нам сайт водкит.ру. Открываем кейс здесь и давайте смотреть. Давайте смотреть, что же выпадет здесь мне. Кстати, очень интересный глюк, отмечу его чуть позже. Пока внимательно следите за кейсами WotKit и, может быть, сами догадайтесь. Вообще, за всеми кейсами следите внимательно. Опять-таки, я вижу, вот 500 золота у меня выпадает. Забираем его. Ну, на сайте вот было 750. И здесь 2-2 становится счет. Открываем день према и открываем золото. Запоминаем, что именно я открыл, чтобы, ну, так сказать, правильно отдать балл. И сейчас счет 2-2 у нас. И кто же займет у нас лидерство? Конечно, сенсационные изменения счета просто будут. Я не знаю, почему именно так будет сейчас происходить. Ну вот, сами сейчас поймете и удивитесь. 200 голды, понятно, что это меньше любого приза. Вот, и балл этот уходит сайту World of Tanks официальному. Забираем приз и отмечаем, что счет у нас 3-2 в пользу официального сайта. Ну что ж, следующий кейс, совсем немножечко золотишко, но не минимум. И посмотрим, чем же будет бить сейчас этот балл сайт водкит.ру. Ведь нужно уже отыгрываться. Посмотрите, какие колоссальные разрывы. Но это вообще, это только начало. Дальше вы просто будете в шоке от того, как будет распределяться баллы. Вот у нас было 2-0 в пользу WotKit, теперь уже 3-2. 3 балла подряд, а WotKit 2 балла подряд брал. Самое интересное, что в начале первые два кейса мне ничего не выпало, а на WotKit сразу выпал танк. Забираем 750 голды и заслуженно отыгрывает балл сайт водкит.ру. 3-3. Открываем следующий кейс. По минимуму у меня здесь все, немножко серебришка, серебро тоже буду считать, но если, конечно, отрыв, ну, почти одинаково будут кейсы, буду смотреть, куда выпало серебро. Внимательно следите, как я открываю кейсы, может быть, сами заметите глюк. Ну, либо я сам потом вам расскажу. Так,
Открываем Матильду Black Prince. Понятно, что это балл за Воткит.ру. И счет становится у нас 3-4. Четверочка у Воткита. Меняем счет на табло. И здесь мне выпадает примтанк М4 Improved. Очень сильный шанс у официального сайта World of Tanks сделать счет 4-4 сейчас. Потому что, ну, все-таки примтанк. Покроет ли это Воткит? Я не уверен. Примтанк стоит довольно прилично голды. Даже если нам здесь что-то 500 выпадет, все равно балл будет у Вот. Да, 500 голды. Я как чувствовал. Ну, я уже, понятно, что это в записи идет видос, поэтому немножечко догадываюсь. 4-4 у нас счет. И дальше мы открываем уникальный стиль на ИС-7. И опять-таки небольшие с ним призики. Призы идут. Вот такой вот красивый новый ИС-7 в уникальном стиле. И давайте же посмотрим, что нам даст в ответ сайт Воткит.ру. Уникальный, в скобочках, реально стиль. Еще и 3 дня према и 250 голды. Ой, мужики, мне кажется, сейчас может стать счет у нас 5-4 в пользу официального сайта World of Tanks. Плотнячком пока идут, но то, как будет меняться дальше вся эта ерунда, конечно, меня впечатляет. Ну, смотрим, что же мне здесь выпадает. А выпадает СТРВМ 4257. Однозначно, вот Кит здесь балл себе забирает. Стиль стилем, но это все-таки примтанк за 4000 голды. И это очень круто. Опять-таки, мне выпадает еще один уникальный стиль. В этот раз не на ИС-7, а на Т-57 Хэви. И посмотрим, что же еще вместе с ним. Не успели заметить, но сейчас покажем. Сейчас покажем уникальный реальный стиль. И там небольшой голдовый приз. Ну что ж, Воткит.ру будет ли брать балл верхом? Стиль, конечно, стилем. Но посмотрим, если здесь что-то хорошее выпадет. Какой-нибудь примтанк, то он, я думаю, все это покроет. Итак, 100 золота и ничего не поделаешь. Счет становится 5-5. И мы отдаем балл официальному сайту World of Tanks. 5-5 у нас счет. И едем дальше. Следующий кейс по минимуму. У нас совсем не повезло. И посмотрим, повезет ли на Вотките. Ой, тут Як-Тигр 8-8 есть. И голдовые призы неплохие. Внимательно следите, как я открываю кейсы. И может быть... уже кто-то догадался одну закономерность. 1000 голды забираем. И однозначно здесь балл Воткиту. И счет 6-5. Едем дальше. Что же у нас здесь? Немножечко голдишки у нас. И, собственно, все на этом. Игрушка и голда. Ну, по минимуму окупились. Самый минимальный приз. Ну, хоть не 250. И день према — это самый худший расклад. Но счет 5-6, и вот Кит опять начинает лидировать, но только он выходит вперед, World of Tanks официальный сразу догоняет. И здесь 750 голды, голды больше, на 250, ничего не поделаешь, балл вот Киту. Заслуженно. Открываем следующий кейс, и здесь вообще говнище, тоже 500 голды, ничего не выбили. И едем дальше, посмотрим, что же этому кейсу противопоставит сайт Воткит.ру и будут ли призы пожирнее. Открываем. Черчилль 3 здесь есть, пудель 2500 золотишки, и по идее, если по моему методу действовать, то здесь минимум 2500 голды мы выбьем, ну либо какой-то танк. Да, 2500 голды мы открываем, это даже лучше, чем Черчилль 3, а именно потому, что я нажал именно на этот кейс. Заслуженно бал Воткиту, счет 5-8 у нас уже. Едем дальше, мужики, забираем немножечко голдишки и посмотрим, опять ли сможет ли офицер Воткит перекрыть. Это небольшое количество голды. Но счет 5-8, и на 3 балла вперед отрывается вот Кит. Правда, здесь я открываю каверзный подарок в 50 голды. И 6-8 становится счет. Стоит отметить один плюс официальных кейсов, что там нету приза в 500 голды. Ну и прям танки, мне кажется, выпадают все-таки пореже. Итак, 3 дня према, немножечко голды, и зимний танковик, снеговик, и открываем сейчас кейс, 3 прям танка здесь, и если действовать по моей схеме, то это гарантированный приз премиум танк, но что нужно делать? Вот сейчас покажу вам один глюк. Открываем кейс под номерами 1, 2, 4, один из трех кейсов, либо 1, либо 2, либо 4. Если 3 примтанка, то они все с большой вероятностью, вот пока я играл, было так, располагались в этих кейсах.
И все крупные призы от 1000 голды там обычно располагаются в кейсах на WotKit под номерами 1, 2, 4. Здесь, конечно, интуиция и вот этот глюк очень сильно вам помогают. Это минус официальных кейсов, то, что вы никак не можете влиять на то, что выпадет. Ну что ж, счет пока у нас 6-9. Вы видели, что я выбил премтанк, очень жесткий премтанк. И на WotKit я открыл уже 2 премтанка 8 уровня, а на официальном сайте пока ни одного. И несмотря на небольшие призы, вот такие поражения, как сейчас, открываем 100 голды, и понятно, что счет сейчас станет 7-9. Стал 7-9. И, собственно, понятно, что, тем не менее, мне кажется, я все-таки в плюсе на WotKit больше. Потому что, ну, 2 премтанка, это очень-очень-очень солидно. Едем дальше и посмотрим, окупится ли у меня что-нибудь на официальном сайте. Открываем, опять-таки, небольшие призы на официальном сайте и посмотрим, удастся ли мне сделать счет 7-9, потому что вы видели, как меняется отрыв. И здесь Матильда Блэк Принц, и действительно 7-10 уже становится счет, то есть и 3 очка отрыва держит WotKit. Но здесь мне везет, выпадает стильно гриля 15, вот такой вот становится гриль 15, сзади у него появляются какие-то хреновины из проволоки или чего-то там еще. В общем, красивый гриль 15 в кустах будет стоять еще более гармонично и красиво. Шучу. Ладно. И к нему еще и Днепрема, и голда. Мне кажется, сейчас должен уходить балл на официальный сайт. Ну, если, конечно, я сейчас не выбью что-то очень годное, как это было с камуфляжем на S7, по-моему. Ну, с этим стилем. Открываем, и у меня здесь 500 голды, но это не покроет, там и 3 дня према, и голда, и гриль 15, все-таки, наверное, балл официальному сайту. Я думаю, да, 8-10. Балл отдали официальному сайту, а мы открываем следующий кейс, и здесь все по минималочке. 250 голды, немножко серебришка, по-моему, самый дерьмовый подарок, это хуже даже, чем 250 голды, день према. Вот прям дерьмовый. Дерьмо. Да, дерьмо. Заглючило меня что-то. Ладно, шучу. Едем дальше и открываем сайт WotKit. Посмотрим, побьет ли он, либо сейчас 500 голды, 50 голды выпадет и будет какашка. 1000 голды выпадает, однозначно счет становится 8-11 в пользу сайта WotKit. И мы уже прошло минут 12-13 с начала ролика где-то, по ощущениям у меня. И мы видим, что итоги очень интересные. WotKit лидирует, но то, что как бы как меняется счет, вы будете удивлены, мужики, дальше кардинально. 8-11 у нас счет пока. WotKit держит 3 пункта, держит их уверенно, но сейчас выпадает 200 голды и ничего не поделаешь, нужно менять в пользу официального сайта. 9-11 у нас. Один день према, 250 голды и счет 9-11. Посмотрим, выпадет ли у меня что-то большее на сайте WotKit.ru и в чью пользу сейчас изменится у нас картинка. Открываем кейс, 3 премтанка и опять-таки смотрим на мою интересную схему. 3 премтанка у нас. 1, 2, 4. Обычно здесь располагаются премтанки, и это, наверное, значит, что сейчас я выбиваю премтанк гарантированно. Потому что 3 премтанка, 3 кейса, в которых они обычно находятся, и 9-12. Вот так вот. Галимый приз опять-таки мне выпадает, хотя пол лимона кредитов, но по голде вообще ничего шикарного в этом кейсе я не получаю. И посмотрим, побьет ли сайт WotKit.ru вот это, потому что может сейчас вообще 50 голды выпадет. Ой, 50 голды, 100 голды здесь в заявке, так сказать, в кейсах. Это плохое у меня предчувствие. Открываем 100 голды, 10-12, это ничего не поделаешь. И едем дальше. Открываем официальный кейс, и здесь у меня выпадает премтанк КВ-222. Тоже неплохо, но сейчас сайту WotKit придется прям попотеть, чтобы сделать счет 10-13. Либо же мы перейдем к 11-12, и официальный сайт приблизится очень сильно к сравнению счета к равным баллам. Открываем следующий кейс, и что же у нас будет здесь? И 50 голды, говно, говно, говно. 11-12, ничего не поделаешь.
мы честно все тестируем, поэтому итоги вот никак не подкрученные, абсолютно случайные. А здесь мне нереально везет, выпадает из 3 СМЗ с механизмом заряжания. Но я не радуюсь так сильно, потому что я это записывал давно уже, пару часов назад. Даже больше, 3 часа назад, и все это долго обмонтировал, чтобы вот так вот все двигалось по очереди, один за одним, чтобы счет менялся, в общем, сильно упоролся в этот ролик, но я думаю, сам формат интересен, и если вы наберете там 2000 лайков здесь, то сделаю еще вторую часть с каким-нибудь другим сайтом кейсов и посмотрим, что же будет там. Ну что ж, 11-12 счет, конечно, мы выбили из 3 СМЗ, логично, что сейчас балл, скорее всего, уйдет по официальному сайту, но все же 500 голды, ничего шикарного, поэтому 12-12 счет, чего и следовало ожидать. Выпадает мне еще один прем-танк, Туран 3 прототип, и это большая заявка на лидерство для официального сайта, может сейчас будет даже 13-12. Ну что ж, смотрим и удивляемся. Забираем. И что же у меня здесь? 1000 голды. Крым-танки. Опять-таки, если по схеме 1-2-4, может даже минимум, по идее, 1000 голды должна выпасть. 1000 голды. Ну вот здесь очень спорно. Мне кажется, все-таки прем-танк тянет на большее, поэтому балл в пользу официального сайта. 13-12, ничего не поделаешь. 1000 голды, не 2,5. Здесь маленький приз у меня. Один день премии 250 голдица. И смотрим, что же вот кит этому противопоставит. Пока счет уже в пользу официального сайта. Удивительно, 3 балла имела 3 в сайт воткит.ру. Но чем больше мы открываем на воткит, тем хуже становятся призы. И чем больше мы открываем на официальном сайте, тем лучше они. Вот здесь такая странная закономерность. По идее, могу дать такой совет. Если вы хотите мало открыть, лучше на воткит. Если очень много, то на официальном сайте. Но опять-таки, я не знаю, это у меня так, не значит, что у других будет так. А тем временем, пока я разглагольствовал, батл у нас продолжается. И счет уже 14-12. Мы открываем один день премиум аккаунта, и это говно. И 15-12 прям вообще летит, летит, летит счет в пользу официального сайта World of Tanks. И опять мне выпадает КВ-222, еще раз дубликат и компенсация, собственно, за него. И здесь очень много голды. Суммируем это все, держим в памяти. 250 плюс компенсация еще за прем-танк. Здесь у нас есть 5000 голды, есть прем-танк. Если выбьем 5000 голды или прем-танк, то 15-13 станет счет, но будет это так. И 100 золота с Элеви. 16-12 в пользу официального сайта. Я вообще никогда вот записывал, я вам говорил вначале, что не мог ожидать такого именно изменения счета со временем. Почему-то в начале вот кит вырвался в лидерство и довольно долго это все держал, но сейчас резко вырывается вперед официальный сайт, причем с каждым кейсом отрыв становится все больше и больше. Я, правда, уже на воткит поднял огромное количество голды. И здесь стоит отдать еще должное один момент, что на воткит мы подняли 2 прем-танка 8 уровня. А на официальном сайте всего один пока. И кейсы на воткит стоят по 99 рублей, на официальном сайте по 110. Ну, конечно, если я много купил, то там дешевле выходит в сумме. Конечно, но тем не менее, вот так вот. 17-12 у нас уже счет и вырывается вперед в лидерство очень сильно. Официальный сайт, кейсы, конечно, крутые. И 17-13, правда, вот здесь удается неплохой голдовый приз выбить на воткит. И открываем дальше. Совсем все плохо, 500 голды, это хорошая заявка на 17-14, но посмотрим, будет ли так. 2 прем-танка здесь и 3 говняных приза. Опять-таки по схеме 1-2-4 действуем. Прем-танки прячутся где-то здесь. И мне удастся... Нет, мне не удастся. Прем-танки в 1-4 были. Я открываю второй. И это 18-13, мужики. И гремит, гремит, гремит наш спонсор. Хотя 2 прем-танка нам он все-таки подогнал. Это стоит вот и обратить внимание, что... Что 2 прем-танка подогнал, а официальный сайт 1. 2 против 1.
Вот здесь, конечно, есть еще обратная сторона медали. Конечно, у нас батл именно кейс на кейс, но где-то есть минимальный отрыв, по которым часто побеждают официальные кейсы там в 100-200 голды. А есть отрыв там в 10 тысяч голды, когда мы побеждали на прим-танках. Вот так вот. Опять-таки на 500 голды выпадают нам призы. День према, который стоит 250 голды. Ну и 250 голды, которые стоят 250 голды. Ну и здесь есть 10 тысяч голды, есть Т-34. И есть шансы выйти на 19-14. Будет ли это так, сейчас увидим. Ну что ж, открываем и 50 голды, и, к сожалению, для вот кит, к счастью для официального сайта, это балл 20 в копилку официального сайта World of Tanks. Ну что ж, один день према, 250 голдишки, галимый у нас подгон, совсем галимый, но видим минимальные отрывы идут, просто в 100, там, в 200, в 300 голды. Когда на нескольких кейсах был отрыв по 10 тысяч в пользу вот kit.ru, здесь, конечно... Не могу не констатировать этот факт еще и еще раз. Больше 50 тысяч голды в целом мы уже подняли, по-моему, на сайте WotKit, если я не ошибаюсь. И здесь 20-14, 1 балл отыгрывает наш дорогой спонсор. Ну что ж, открываем еще один кейс. Говно, 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 500 голды, всякие игрушки. Ничего интересного, но счет уже 20-14 и нужно ехать дальше. Давайте посмотрим сейчас, противопоставит ли нам что-то годное сайт wotkit.ru этому кейсу. Ну что ж, что же у нас здесь? Что же у нас здесь будет? Это 21.14? Да, это 21.14. Потому что 100 голды мне перестало вести совсем к последним кейсам. И сейчас открываем... Последний, по-моему, кейс для WotKit'а, потому что мне там заканчиваются денежки, но в конце еще будет для вас сюрприз. Будет информация сейчас интересная, и увидите, что я выбью приз, о котором не рассказывали нам в официальных коробках. Ну что, 22.14 или 21.15? Победитель уже определен, но тем не менее, дело последнего балла решено. 22.14 у нас. Такой счет финальный. Ну что ж, на этом у меня заканчиваются деньги на WotKit. Заканчивается батл. Но кейсы на официальном сайте еще остаются. И давайте посмотрим, может я еще один прем-танк выбью. Тогда будет вообще улетно. Улетно. Дальше. Еще немножко информации для вас у меня, мужики. Во-первых, вот пока вы сейчас... Ну, давайте посмотрим и расскажу еще кое-что. Во-первых, прямо сейчас на вашем экране появляются уникальные счастливчики. Победители суперхалявной раздачи премиум-танков, голды и премиум-аккаунта от Бомбилки. Вот их комментарии с игровыми никами. И вот наши чеки об оплате. Поздравляем этих ребят, они заслуженно получают свою халяву. Они, точнее, получают коробки. Каждый из них получил коробки. Вы тоже в этом ролике можете на халяву себе получить коробки от Бомбилки, либо премиум танки 8 уровня. О, неделя према, кстати, выпала. Неплохо. Ну и в конце посмотрим, сколько там голды. Посчитайте, можете посчитать, сколько было голды у меня в начале, насколько я ушел в плюс, учитывая все прем танки и прочее. По-моему, на вотките все-таки больше. В целом. В общем, для того, чтобы получить премиум танки 8 уровня или коробки в этом ролике, вам нужно просто поставить лайчинский этому нашему интересному батлу. Ну и также я говорил, 2000 лайков, и устраиваем еще такой батл, и посмотрим, сможет ли, например, другой наш спонсор, сайт worldofcard.ru, сразиться с официальными кейсами и выиграть у них. Либо тоже потерпит поражение, но хотя вот здесь очень спорно, опять-таки говорю, вначале мне сразу со второго кейса выпал ВЗ-121 GFT, потом мне выпал ЛАВЭшник, два прем-танка 8 уровня. На официальном сайте был всего один из 3СМЗ 8 уровня. И вообще не говорю, много прем-танков мелкоуровневых вообще выпадало, и СТРВ-шечка здесь, мне кажется, ну не знаю, по-моему, я больше окупился на WotKit. Кто у нас хочет посчитать, посчитайте, но слишком много считать. В целом, суть батла у нас была на баллы, и здесь победил официальный сайт. Но с вами был ваш Бомбилка, ставьте лайки, и вот такой вот ангар у меня
После всего этого можете пересаживать экипаж с S3 на S3 SMZ, я сейчас этим займусь, буду обкатывать новый премтанк, ну а вы ставьте лайки, увидимся, пока-пока.